Дорогие друзья, для тех, кто не знает, у меня сейчас на канале проходит новогодний конкурс, итоги которого будут подведены 31 декабря 2020 года в 21:00. Все условия конкурса будут в описании. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Gamerus TV. И в этом видео мы допройдем наконец-то калибровку. Сегодня будет 10-я катка. К сожалению, эта калибровка прошла для меня совсем неудачно, как мне кажется. Мою статистику вы можете видеть на своих экранах. Это очень плохо. И я совсем другого ожидал. Не знаю, на кого я калибруюсь, но я думаю, что мастера или хотя бы бриллианта, там, бриллианта 3, бриллианта 4, я апну в самое ближайшее время. Просто у меня сейчас еще идут экзамены, и поэтому времени совсем мало. Но скоро будет выходить много контента для вас. Ролики будут, наверное, даже по 2 раза в день. Поэтому не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить много интересного контента. Хотел поблагодарить вас за огромную поддержку под роликами. Я в шоке, на самом деле. Вы рвете все рекорды моего канала, какие только можно. Спасибо вам за это огромное. Каточка уже нашлась, поэтому переместимся сразу на нее. Да, к сожалению, кто-то отменил, поэтому увидимся уже в катке. Друзья, вот мы уже в катке. Против нас 100 баксов. Удивительно, что он апнул бриллианта 3. Это очень удивительно, потому что играет он на самом деле плохо. Я играл против него, наверное, раз 7 за третий сезон. И все разы, которые я попадался против него, мы выигрывали. Буквально пару раз он попадался с нами в катках. Но он жуткий токсик. О, даже здесь меня встречают подписчики. Это приятно. Спасибо всем за поддержку. Так. Ну, кстати, достаточно неплохие челики против нас. А с нами челики похуже. Так. Берем юспик. Выкидываем сразу бомбу. Так, инфа есть. Так, мы 2-1. А бомба где? Бомба балкон? Я сваливаю на. Я думаю, это будет верным решением. Потому что на Б он где-нибудь будет сидеть, наверное, в винтах. Хотя он может меня прочитать, в принципе. Я играю без разминки, поэтому... Могу и слиться. Да, он здесь. Он здесь. Какой балкон? Лол. Он же топал в винтах. Вся инфа есть. Я кривой. Вот и все просто. Я кривой. Я зря пикал. Надо мне наращивать скилл. Что-то я реально сдал. Возьму вектор, попробуем. Достаточно кривой, кстати, сделали анимацию на вектор. Лучше бы вектор оставил. Понимаю. У них челик этот неплохой. Так, что мы возьмем? Давайте возьмем массаж с броней. Попробуем так.
Так, минус один есть. Так, я понял. Новый выбрать не буду, потому что я с него плох. Понял. Фриспин. Попробуем взять СГ и пойду на А. Ну хотя бы дал минус. Неплохо. Но скорее всего мы эту катку проиграем. Потому что мы уже очень много дали за КТ. Нам надо все остальные раунды забирать. Нормально. Господи, ну почему так плохо? Он меня грязью полить хочет? Ну не удивлен. Я даже отвечать не буду, если честно. Я реально сейчас играю плохо. Но кто бы говорил, называется. 100 боксов, которые реально не умеют играть. Так, ну этот раунд вроде наш. Он должен быть наш. 100 боксов осталось. Понимаю. Хотя бы 6-6 будем пробовать делать. Такс. Понял. Отлично. Не знаю, кстати, почему он, меня он не убил с ВП. Быстрый раунд. Такс. Так, АВП вроде не здесь, поэтому я могу смело проходить. Ну, сейчас он меня должен ждать, по идее. Понял. Ну, по идее, скорее всего, это слив с большой долей вероятности, потому что мапа тем. Но попробуем. Может, у меня наконец-то пойдет игра.
Попробую пройти через мид. Так, одного видел. Тихо. Не будем. Минус. Так. Если бы я не убил сейчас... Да. Это было ужасно. Криво, с моей стороны. Так, а где плент-то вообще? А, Б. Понял. Нет, ну... Вы же не отлетите. Пожалуйста. Я бегу уже. Да вы серьезно? Господи, ну как мы это слили, я не понимаю. Ладно, пойдем на мид. Сейчас АВП. Понял. Только я не понял, они меня не увидели, что ли? Это винты, скорее всего. Что делает моя команда, я не понимаю. Я дал минус 2. Команда отлетела. Окей, опять М-ка без брони. Нормально у меня багает. Да. Это просто лаги. Как же у меня лагает. Прекрасно просто. И так игра не идет, еще лаги. Друзья, извините за мою реально ужасную игру. Где-нибудь через неделю, когда у меня закончатся все экзамены, я буду реально много играть, скилл вернется. Но если бы тогда не залагало, возможно, что-нибудь из этого раунда и получилось бы. А так шансов все меньше. Если мы сливаем еще этот раунд, то все. Понял. Попробую пройти в этот раз через А. И нафига нужен такой смоук? Непонятно. Сейчас токсичность будет. Я уже чувствую эту токсичность в чате. Текс. Вот и где он. Сяду, наверное, как-нибудь вот так вот. Не вижу смысла рашить. Но от 100 баксов я и не ожидал другого. Токсик он и есть токсик.
Да. Причем челик сам играет реально плохо. Вот сейчас он играет нормально, на удивление. Но вообще он играет плохо. И... ну, не ему говорить после. Да. А, все? Все, убили всех. Нормально. Не понимаю, почему в Копсе есть такой агро-комьюнити. Зачем вообще агриться? Такс. Понял. Флешечка. Я потерял. Сейчас выйдем где-нибудь. Бомба выпала. Да, там еще один. Я даже на первом месте, прикольно. Но все равно я играю очень плохо сейчас. Объективно. Неплохо. У меня опять подлагивает. Да, они идут, а. Как же это криво сейчас было. Так, бомба Апи-ским. Спасибо, и команда моя откисла. Но если бы я сейчас проиграл, это было бы очень тупо. Но вообще я выбрал неправильную позицию, надо было сесть там в нычке. Это было бы куда безопаснее. Хотя за счет того, что я в нычке не сел, он как раз-таки меня сразу и не увидел. Так. Снова пойдем А. Так, они вроде мид. Вот это просто лаги. Вы видите, должны это сейчас видеть. Это просто лаги. У нас еще 2 АФК. А, зашибись, у нас еще и 2 АФК. Вообще классно. Офигенно идем. Я не понимаю, зачем они АФК, ведь это реально выиграть, если бы они играли. А с двумя АФК это ГГ, я уверен. Ну, по сути, это ГГ. Если они не зайдут. Понял, винты. Ну, ГГ. Джи-джи. Ну, делайте ваши ставки, какое... О, вот эта анимация. Классно. Ну, я ставлю на то, что мне дадут примерно платину.
На большее я не рассчитываю. С той статистикой, которая сейчас есть, скорее всего, будет платина. Но с платиной, я думаю, очень быстро поднимусь, буквально за сутки. Если, конечно, буду играть полноценно по времени. Ну, джим. Ну, в принципе, я под конец исправился. Но все равно я играл плохо, особенно в первой половине. Прям ужасно. Интересно узнать, какой мне дадут ранг. Но вообще на калибровках мне не везет. Я постоянно калибруюсь плохо. И потом легко апаю. Ну, платиновый 3, кстати. Даже не так плохо. В прошлом сезоне, в третьем, я откалибровался значительно хуже. Ну, не значительно, просто хуже. Платиновый 3, в принципе, к концу. Всем спасибо огромное за просмотр. Поддерживайте ролик лайком, если он вам понравился. И не забудьте подписаться на мой канал. Мы увидимся с вами уже на новом видео. С вами был Геймерус. Всем пока.